Здравствуйте, Валерий. Это видео про ваш дуванчик. Как видите, вот он у меня наклеен тоже на мой тестовый объектив с помощью двухстороннего скотча. Сейчас я вам покажу, как я его запрограммировал. Фокусное расстояние запрограммировано 100 мм и диафрагмы от 2,8 до 45. Вы получили от меня таблицу поправок. Таблица поправок не догма. Вы можете, в принципе, перепрограммировать в любой момент одуванчик на своей камере по нашей инструкции и поэкспериментировать с его настройками. Если у вас камера высшего порядка, то вы сможете перепрограммировать его даже с использованием функции F60. На младших камерах эта функция не работает. Сейчас я наклею на одуванчик два кусочка скотча и отправлю вам посылочку сегодня. Не наклеивайте одуванчик, не лейте, вернее, из тюбика клей непосредственно на байонет. Внутри упаковки с клеем лежит зубочистка, с помощью которой вы после проверки правильного местоположения одуванчика на скотче сможете после обезжиривания наклеить одуванчик навсегда. Спасибо за внимание.